Очень приятно. Меня была сегодня, благодарю вас. Я очень мечтал такое событие попасть. И хочу, что, который я стал послом мира. Я рад представить вашему вниманию нашего индийского друга, такого яркого, экзотичного, сочного, Ракеш Кумар Шарма, который помогает сегодня Александру Шилову организовать эту выставку. Поздравляю вас, Ракеш, от всей души и от всей Индии. Пожалуйста, несколько слов. Можно на санскрите, можно на русском. Прошу вас. Я могу в русском языке говорить, но не так хорошо, но хорошо постараюсь. Я просто хочу сказать, я в России давно живу, но у меня мечта в России как-то открыть завод лекарственный, потому что много я, как я работаю, лекарством связан. Я хочу, что для России очень много русских людей, мои знакомые, родственники дают вопросы. Индийские лекарства очень хорошие, надо ее как-то продавать в Российской Федерации. Как вы знаете, что когда лекарства привозим из Индии на Россию, таможня очень большая. Мы как-нибудь постараемся завод открыть, что наши русские народ, что чувствовали, что лекарства индийские самые лучшие в мире. Мы продаем не только России, но всем миру. Я хочу в этом стране, России, где я учился, где я свои высшее образование получил. Я из этой страны хочу тоже что-нибудь полезно делать, которое очень нужно для между Индией и Россией. Будущее у меня планы, что я хочу добить это свой цель. Это мне очень важно. Я хочу привести наши индийские партнеры, которые есть возможность, что здесь свое производство открывали. Это очень важно России тоже, которые у меня места есть. Индузы, много бизнесменов тоже есть места в России работать. Проблема только маленькая, что некоторые индузы не знают русский язык. Поэтому благодарю меня, они могут попасть в нашу Российскую Федерацию и двигаться в свои места. И очень приятно картинки, которые вы сказали, это культура. Я всегда люблю российскую культуру. И я хочу подвигаться дальше. Показывает в Индию тоже, что какие артисты, какие художники в Российской Федерации живут.